Поздравляю всех с сегодняшним воскресным днем. Сегодня 22-я неделя по Пятидесятнице. Православная Церковь отмечает память великомученика, святого великомученика Дмитрия Солунского. Это один из самых любимых святых на Руси. Вообще во всем православном мире, но особенно на Руси. Потому что наш народ, русский народ, он особенно всегда любил святых, которые отказывались от земного, которые полностью обрекали себя на нищету и телесную, на нищету и духовную, полностью предавали себя скорби, скорбям мира, полностью себя отдавали властям мира сего, не боясь эти власти, не боясь этот мир, а имея огромную любовь к Христу, к его церкви. И пример великомученика Дмитрия Солунского, как раз он показывает это очень хорошо, потому что он, будучи сыном видного чиновника римского, римским гражданином, имея все возможности очень такой богатой, спокойной, великой карьеры в римском государстве, отказался от всего этого, прилюдно исповедовал свое христианство, прилюдно исповедовал Христа, не побоялся, хотя он прекрасно знал, что его ожидает мучение, его ожидает, скорее всего, позорная казнь. Он отказался от всего этого и не побоялся исповедовать свою веру, не побоялся исповедовать Христа перед всеми людьми. И сегодняшнее Евангелие, оно тоже хорошо очень созвучно с житием великомученика Дмитрия. Так же, как и Дмитрий в этом зачале сегодняшнем, Христос в своей притче, он рассказывает людям, что нужно человеку для его спасения. Господь всегда во всех притчах указывает путь. И мы сейчас хорошо понимаем, что если бы человечество в своей массе имело хотя бы небольшое доверие Христу, хотя бы небольшую веру Христу, то даже одна эта притча спасла бы всех людей, потому что в ней показано все очень прямо, как живет человек, который живет для мира, и как живет человек в этом мире, который внешне порабощен этим миром, который терпит всю свою жизнь скорби, болезни. Вот, и в этой притче даже образы очень четкие и понятны для того, кто хочет познать Христа. Там не сказано, что богач заработал свои деньги неправильным путем. Не сказано, что он их украл там или у кого-то отобрал. Скорее всего, эти деньги получил по наследству, потому что сказано, что был богатый человек, жил счастливо, весело. Не сказано, что он делал что-то плохое. Не сказано, что он совершал какие-то прямо такие дурные поступки. Просто он жил для себя. Ему нравилось жить такой жизнью. Ему было очень весело, было все хорошо. И рядом с его домом, под воротами, лежал нищий Лазарь, который был болен, который был нищ, который питался крупицами, объедками, которые выбрасывали его слуги на мусорник, которого лечили единственно собаки, которые облизывали его гноящиеся раны. И вот тоже здесь интересно, что Господь сразу показывает свое отношение к одному и другому. Одного называет просто богач, а другому дает имя – Лазарь. То есть этим самым сразу нам всем показывается, как относится мир небесный к людям. Не так, как мы относимся здесь к людям, не так, как мы ценим правителей мира, как мы ценим известных людей, популярных в разных сферах. Небо ценит людей, которые имеют в себе искру Божию. Небо ценит тех людей, которые не хотят принадлежать к этому миру, и они в этом мире неизвестны. Поэтому в этом мире этот нищий был никому не известен, а о Царстве Небесном его уже знали. Знали, что у него есть имя. И то, что дальше происходит, должно вообще ужаснуть все человечество было. И как мы видим, за 2000 лет после Евангелия человечество не ужаснулось в своей массе. Люди не боятся этого. Они не хотят верить Христу, не хотят верить в то, что по смерти происходит загробное воздаяние. Богач попадает в ад, как написано в этой притче,
был погребен. Его просто похоронили. Вот. И тот, который был очень известен, тот, который был очень славен, видимо, во всей этой местности был известный человек, его наверняка пышно хоронили, но никто из тех, кто его хоронил, не знал, что он находится в аду. А Лазарь, которого наверняка бросили просто в яму, закопали вместе, наверное, с другими такими же нищими, и он доставил, даже своей смертью доставил неприятности, потому что человек никому не известен, и подбирать труп умершего так бесславно, да еще и весь больной в гное, мало кому приятно. И тем не менее, не имея никаких почестей в этом мире, он был отнесен ангелами на лоно Авраамова. То есть не в ад, а к праотцу Аврааму. И общение богатого, который находится в аду, с попыткой его общаться с Лазарем, показывает, что вольно-невольно богачу пришлось признать, что увидеть своими глазами, даже не признать, а увидеть своими глазами, где находится он и где находится Лазарь. И то раскаяние, которое богач пытается принести, мы тоже Господь показывает, что это уже позднее раскаяние. Оно уже не имеет никакого смысла. Это уже не может изменить его загробную участь, по крайней мере, до страшного суда. И попытки, которые он хочет, какими он хочет оправдаться, то есть просит Авраама, чтобы он послал Лазаря к своим братьям, которые живут такой же жизнью, как и он. И Авраам ему отвечает, причем, как мы видим, он отвечает ему беззлобно, называет его чадом. То есть это говорит о том, что в Царстве Небесном у людей нет никаких страстей. Они не имеют злобы, не имеют никакой зависти. То есть их природа настолько сильно изменилась, потому что в этом мире ты можешь быть и праведен, и стремиться к этому. Но все равно мы подвержены эмоциям, мы все равно подвержены каким-то сомнениям, каким-то греховным помыслам. В Царстве Небесном уже этого нет. Господь меняет нашу природу. Это трудно понять, но это сказано в этой притче. И это нужно просто поверить. Но человечество не хочет в это верить. Не хочет. То есть хочет человечество только жить именно так, как жил этот богач. И тогда в конце притчи, когда богач говорит, что пошли Лазаря к моим братьям, может быть, они исправятся, он тем самым дает понять, что он, видимо, этих братьев развратил. То есть он боится уже последующего, что будет ему еще хуже. Но уже поздно. Все. Авраам говорит ему, что если они не верят Моисею, если не верят пророкам, то не поверит и восставшим из мертвых, потому что всегда это можно объяснить какими-то... То есть неверующая душа всегда это чем-то объяснит материальным, что человек, допустим, был литургическим, сне или еще что-то. То есть это уже не будет доказательством никаким. Я всем нам желаю внимательно понять эту притчу, подумать над ней, потому что мы, находясь в церкви, пытаемся избавиться от этого неверия Христу, от этого недоверия. Нам всем очень хочется попасть не в ад, а на лоно Авраамова. Но, опять же, тут очень хорошо сказано, так же, как в житии Дмитрия Солонского, в сегодняшнем житии великомученика, что без скорбей, без страданий это сделать невозможно. Какие скорби и страдания будут у каждого из нас, знает только Бог. У кого-то это болезни, у кого-то какие-то ущемления, у кого-то какие-то скорби семейные или в отношениях со своими родными. Много скорбей в мире. Но все эти скорби, если мы правильно их понимаем, ведут в Царство Небесное. Потому что если мы скорбны в этом мире, то в мире, уже в мире загробном, мы будем с Богом. Как сказал Господь, мужайтесь, я победил мир. Поэтому здесь мы, возможно, будем печальны какое-то время, но уже будем веселы, возвеселимся в Царстве Небесном. Всех поздравляю с сегодняшним воскресным днем. Подъедь к Христу.